Вітаю вас у ефіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Артур Смалякоў. Час цудаў і спадзяванняў. Старшыня аблвыканкам Александр Суботін павіншаваў са святам выхаванцаў Віцебскай спецыялізаванай школы-інтэрната, а інспектар па Віцебскай вобласці Анатоль Лінєвіч завітаў у гарадскі цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі. С подарунками до выхованцев Бягомельской школы-интерната завитал старшиня Палаты представников Национального сходу Беларуси Владимир Андрейченко. Память про згады. Городок отзначил 79-ю годовину вызволения от немецко-фашистских захопников. Масштабна, незабыўна і ярка. Галоўная ёлка паўночнага рэгіёна заззяла тысячамі рознакаляровых агеньчыкаў. Доўгачаканая агульнагарадская акцыя «Запалім ёлку разам» сабрала сотні жыхароў і гасцей горада на плошчы Перамогі. Не абышлося свята без традыцыйных сімвалаў Новага года – Дзядоў Марозаў і Снягурак. Больш за 100 пар казачных персонажаў прайшлі па скверы на вуліцы Багдана Хмельніцкага. На масштабнае пераднавагоднія свята завітаў і старшыня Віцебскага аблвыканкама Александр Суботін. Здравствуй, наша ёлочка! Здравствуй, Новый год! Каждый пусть у ёлочки пляшет и споет. Выходишь к людям, к детям, ну, даришь им свои эмоции, чувства. Если где-то на одной работе работаешь, там ну, как-то свой на коллектив. А здесь все разные, со всего города, всей области все собираются. И хочется частичку своего добра, своей любви подарить каждому ребенку и каждому прохожему. Даже дождь прекратился. Вот на эти нескольких часов, пока будет концерт, пока будет дискотека, по прогнозу не будет дождя. Поэтому действительно праздник светлый, волшебный и, наверное, много ожидаемый всеми. Так что всех с Новым годом! Побач з галоўнай зялёнай прыгажуняй в области разгарнуўся сапраўдны опен-эйр. Казачнае прадстаўленне, танцавальна-канцэртная праграма, ганьлёвыя павільёны і фотазоны. Пазітыўны настрой тым, хто завітаў на акцыю, не сапсавала нават не зусім зімовае надвор'е. Госці свята танчылі, дзяліліся ўражаннямі і рабілі фотаздымкі для сацыяльных сетак. Новы год – час цудаў і спадзяванняў. Асабліва гэтага свята чакаюць дзеці. Навагоднія прадстаўленні з Дзедам Марозам і Снягуркай зараз ладзіцца ва ўсіх дзіцячых установах. На свята запрашаюць гасцей, якія прыходзяць з падарункамі. Так, выхаванцаў Віцебскага гарадскога цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі з надыходзячым святам павіншаваў памочнік прэзідэнта, інспектар па Віцебскай вобласці Анатоль Лінєвіч. А да хлопчыкаў і дзяўчынак з Віцебскай спецыялізаванай школы-інтэрната завітаў з падарункамі старшыня аблвыканкама Александр Суботін. Пра чароўнае свята, якое яднае дзяцей і дарослых, у матэрыяле нашых карэспандэнтаў. Выхаванцы Віцебскага гарадскога цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі заўсёды рады гасцям, асабліва ў гэтыя пераднавагоднія дні. Столькі клопату і ўвагі, а яшчэ прыемных сюрпрызаў і падарункаў. У знак падзякі сваім спонсарам хлопчыкі і дзяўчынкі зладзілі навагоднія прадстаўленні. Кожны рух, кожны крок патрабуе ад іх неймаверных намаганняў і сіл. Ажыццявіць задуманае яны змаглі толькі дзякуючы сваім педагогам. Это прежде всего праздник для детей. И нам очень хотелось, чтобы дети были очень рады, понравилось взрослым также. И благодарны, искренне благодарны нашим гостям за то, что они нашли время и уделили нам внимание для наших детей, для наших родителей. Это очень важно, что о них заботятся, о них помнят и дарят им свое тепло и заботу, и внимание. Порадовали гости и выхованцы у Витебской специальной школы-интерната. Тут, дякуючи спонсорской допомозе, открыли два кабинета информационно-коммуникационных технологий. Закуплено сучасное обсталевание и сродки навучания, с допомогой яких дети смогут у гульнявой форме развивать мауленне. Особливо это важно для хлопчиков и девчинок, которые имеют проблемы со слыхом. Гостям наглядно продемонстрировали, как сучасные технологии помогают детям переодолевать слыховые барьеры, учат их концентроваться. Для подобной установы это великий здобыток. Сам процесс, подготовка к нему, даже оснащение оборудованием – это был непростой процесс. Но все-таки стремление, желание помочь в первую очередь детям, которые нуждаются в особенном уходе, оно двигало всеми нами.
Эти кабинеты оборудованы современной техникой, которая поможет нашим педагогам вести коррекционную работу, а нашим детям получать качественную помощь для того, чтобы они могли адаптироваться в жизни и проходили занятия интересно и современно. Эта техника действительно очень нужна этой школе и этим детям. Однако на этом сюрпризы не скончились. У святочно прибранной актовой зале гости вручили выхованцам школы-интерната подарунковые сертификаты. Когда приходишь в какое-то учреждение, будь то школа, детский дом или какой-то интернат, или хочется все прям отдать, чтобы тут было хорошо, но хотя бы так, да? Поэтому, время волшебства, все с подарками. Здоровья, радости побольше в жизни, мирного неба и долгой, счастливой жизни. Разом с гостями выхованцы школы-интерната отправились у великое новогоднее подорожье с сказочными персонажами и героями свята. Шумно, весело и жваво яны провели его на святочной сцене для елки-прыгажуни. И на имгненне поверили у цуд, який обовязково здарается под Новый год. И загадали жадание у кожного свое, самое заповедное, якое обовязково сбудется. Инна Кириенкова, Яуген Янсен, новини Витебск. Свята у кожны куток. Добрых сябров сёння сустракалі выхаванцы Бягомельскай школы-інтэрната. З падарункамі да дзяцей прыехалі старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Владзіміра Андрэйчанка, а таксама раённыя ўлады і шэфы. Для гасцей школьнікі сумесна з педагогамі падрыхтавалі навагодні чароўны спектакль «У пошуках снягуркі». Удзячныя гледачы не скупіліся на аплодысменты, а яшчэ ўручылі падарункі – салодкія наборы, разумную тэхніку и сертификаты на покупку необходимого для школы обсталявання. Мне Рой досталось богатыря Алёсы Поповича. В Рое ходил, конечно, долго. Для меня Новый год – это время чудес. Очень люблю Новый год. На Новый год к нам приезжают много гостей. Дарят подарки. Очень рада встретить их. Подарить хорошее настроение, веру в чудеса, веру в хороших людей – потому что это очень важно, наверное, для тех детей, которые находятся в этой спецшколе, потому что они оставлены без любви и ласки со стороны своих родителей. А наша Конституция гарантирует защиту семьи, защиту детства, и главное, что это все делается на практике. У Бягомельской школе-интернате 79 выхованцев. Их будни наполнены учебой и працей. У интернате навод есть свои теплицы. А под керавництвом опытных наставников дети освоивают працовные специальности. Добрая и важная традиция. В рамках акции «Наши дети» гости завитали и до выхованцев Витебского дитячего дома. И вядома с подарунками. До новогоднего ранишника долучился наместник старшини Витебского облвыканкама Вячеслав Дурнов. Святочное представление дозволило и маленьким, и дорослым удельникам погрузиться в атмосферу дятинства и каски, отулило теплыней и верой у колядные цуды. На сегодня в нашем детском доме воспитывается 77 ребят в возрасте с 3 до 16 лет. В эти предновогодние дни все ждут чуда. Пишут письмо Деду Морозу. И не одно уже написали. И я хочу сказать огромное спасибо всем тем Дедам Морозам, которые откликнулись в этом году и помогают нам сделать эту сказку и это чудо. И хочу сказать, что для всей страны акция «Наши дети» началась 15 декабря, а в нашем детском доме она началась 15 ноября. Подключаются предприятия, организации, наши общественные объединения. И уверен, что все это делают с душой и от чистого сердца. Потому что невозможно по-другому, когда видишь детские глаза и вот это счастье. Другая миссия – это, конечно, поблагодарить и педагогов. Здесь прекрасный коллектив, сплоченный коллектив, коллектив очень опытный. Час приемных встреч и здяйснения мар на этом не заканчивается. Марафон добрых справ под назвой «Наши дети» протягнется до середины студеня и подарит надею и веру у цуды еще не одному дитяти.
Городок отзначил 79-ю годовину вызволения от немецко-фашистских захопников. Город вызволили у снежня 1943 года под час наступальной операции советских войсков. Однако это не только радостная дата, а и напомин про тысячи загинувших червоноармейцев. На центральной площади города прошли урочистости, под час яких удячные нащадки ушановали память воинов-вызволителей. С подробязностями наши корреспонденты. 24 снежня 1943 года войски 1-го Прибалтийского фронта под командованием Ивана Христофоровича Баграмяна вызволили Городовский район. Урочистости с нагоды 79-й годовины вызволения от немецко-фашистских захопников начались на улице, якая носит имя маршала Советского Союза. Представники областных и районных уладов, молодцы, школьники усклали кветки до помника и хвилины молчания ушановали память выдатного полководца. День памяти и смутку, что год 24 снежня жыхары Городовщины собираются на центральной площади города для мемориального комплексу «Бессмертия», как отдать данину поваги воинам-вызволителям. На территории района, где проходили кровопролитные бои с немецкими оккупантами, наличивается 140 братских могил, помников и мемориалов. На Городовской земле похованы останки свыше 25 тысяч солдат и офицеров. Прозвища многих дагэтуль невядомы. Пошуковцы вертают с небытия имена бойцов, которые вызволяли район. В этом году 200, более 200 человек мы восстановили имен, фамилии тех людей, которые погибли, освобождая наш район. И эта работа ведется как в школах, чтобы мы четко должны понимать, что сегодня то, что мы своих детей должны этой работе посвящать, приучать, чтобы они помнили нашу историю, помнили наших тех людей, которые освобождали наш район. Молодое поколение белорусов повинно ведать цену перемоги и гонориться героичным минулым своего краю. Для школьников организовали показ документального фильма про маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна. А у мясцовом краязнаучым музеї прийшла экскурсия по обновленной зале Великой Отечественной войны. Городовский район 2,5 года находился под немецкой оккупацией. Тут дейнічало 9 партизанских бригад, супраць яких захопники проводили карные рейды. 13 вёсак напаткаў лёс хатыні. Яны так і не адрадзіліся пасля гадоў ваеннага ліхалецця. Стенды, которые посвящены у нас геноциду мирного населения, расстрелам, содержат ассоциативные предметы, которые связаны с еврейским населением, а также другой частью мирного населения нашего района. Вещи личные расстрелянных граждан, я думаю, что это не может не вызвать эмоции. Действительно понравилось, что сегодня наши школьники очень много работают над воспоминаниями о своих предках, поднимают архивные данные, поднимают всех, как говорится, даже того, можно сказать, сегодня из небытия, кто какое-то время о них, наверное, всеми даже и не говорили, это очень приятно. Очень, допустим, сегодня приятно, что открылся новый зал Великой Отечественной войны в Городовском музее. У другой средней школе городка открыли мемориальную дошку, памятный знак уродженцу этой земли, герою Советского Союза Александру Соболевскому, доследчику Арктики на ледокольном пароходе Георгий Садов. Это звание Йона Трамау у 1940 году. Эта идея родилась у нашего коллектива, потому что это был один из уроженцев нашего города, и самое главное, что это был человек, который до Великой Отечественной войны в 1939 году получил Героя Советского Союза за мирные подвиги. Наши дети, новое поколение детей, они должны понимать, что подвиг – это то мероприятие, то действие, которое может происходить в любое время и в мирное в том числе. Сегодняшнее поколение городачан памятает и шануя подвиг советского народа у годы Великой Отечественной войны. Тут протягивают заниматься пошуковой работой и увековечением памяти воинов-вызволителей. Сергей Мисурагин, Антон Левин, новини «Городок». Подтримка фермеров, развитие фермерских господарок, финансово-экономичные аспекты справы и проблемы ведения бизнеса. У Витебску на конференции «Финансовые инструменты державной подтримки селянской и фермерской господарки» это питание обмерковали с фермерами. На встречу собрались представники банковских и финансовых организаций, Центра подтримки предпринимательства, старшиня Комитета по сельской господарце и харчованию. Новое у механизмах оказания допомоги субъектам малого и среднего бизнеса растлумачил генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимальников Петр Арушаньянц. Фермерские хозяйства – это достаточно крепкий сегмент производства, большой потенциал
в этом секторе находится. И наша задача – раскрыть потенциал, и различные инструменты мы применяем для поддержки фермерских хозяйств. Мы обсуждаем сейчас и различные финансовые инструменты, и нефинансовые инструменты. Это производственная кооперация, это содействие выходу на рынки, на иностранные в том числе рынки, производство новых видов продукции, экопродукции и, безусловно, финансовые инструменты поддержки. В качестве пилотного проекта мы рассчитываем оказать поддержку на сумму около 1 000 000 рублей. Но далее, если будет программа развиваться хорошо, мы увеличим финансирование, и, в общем-то, все потребности будут удовлетворены. Крестьянско-фермерские хозяйства – это не просто подсобное хозяйство, это огромное предприятие, где до 350 гектар земли. Это производители сельскохозяйственной продукции, не только зерновых, это и животноводство. И очень здорово, что уделяется данному направлению огромное внимание со стороны государства. В частности, это льготное финансирование, да, это созданы гарантийные фонды для тех, кто имеет необходимость для приобретения оборудования, транспорта, но, скажем, на начальном этапе. Нюансы, як фермеры могуць скарыстацца матэрыяльнай падтрымкай на развіццё гаспадаркі, узяць пазыку ці субсідыю на рэалізацыю стартап-праекта, на якія мэты можна накіраваць фінансавую падтрымку, і як прыняць удзел у конкурсе стартап-праектаў. Эксперты і вопытныя гаспадары падзяліліся досведам з пачынаючымі, як весці справы, каб кожны рубель інвестыцый прыносіў даход. Тем часом 2023 год Витебский областный институт развития адукации сустракает науково-методичными нововведениями. Больше за 150 работников сферы адукации, представники педагогичных клубов и суполок региону представили тут свой передовый опыт и лепшие напрацовки. И они приняли удел у первому истории установы адукации кванторуме под назвой «Территория профессийного роста». Это новый формат додатковой адукации дорослых, заснованный на працы у командах, а так само уникальное осяродзе, якое дозволяет педагогам развивать оригинальное мысленне. Будет работать 16 интерактивных мастер-классов площадках, на которых каждый из клубов педагогических сообществ своим коллегам, а также представителям других клубов представят свой опыт, покажут лучшие наработки, которые, конечно, будут полезны потом им в дальнейшем профессиональном росте. Мы искренне надеемся, что наше мероприятие станет той территорией профессионального роста, которой позиционирует себя институт. Сегодняшнее мероприятие под таким интересным названием «Кванториум», оно способствует тому, чтобы педагоги со всего региона нашей Витебщины пообменялись положительным опытом, чтобы поделились своим творчеством, потому что, несомненно, в каждом учреждении образования есть какая-то своя изюминка, есть интересные творческие педагоги. И это очень важно, вот этот взаимообмен между учреждениями. Программа «Кванторума» включила презентацию команд, працу по подгруппах и интерактивные майстер-классы. Головная мета нового адукационного осяроддзя – подрыхтовка наставников личбовой эпохи, которые здольны сделать уроки и лекции не только познавальными, а и цікавымі. Мобильная сетка и интернет у отдаленных населенных пунктах Витебской области станут больше якостными. Компания А1 запустила проект по запуску базовых станций с использованием технологии RAN-шеринг. До конца года плануется включить больше за 350 новых сот. Нововведение сразу отчуют жыхары сельской местности. Больше за 350 новых сот планує включить на базовых станциях компании А1 до конца года. И все это дякуючи використанню технологии RAN-шеринг. Технология RAN-шеринг позволяет эффективно, быстро предоставить на удаленных селах, малонаселенных территориях качественные услуги широкополосного доступа. В нашем случае мы говорим о высокоскоростном 3G интернете. Жители этих районов очень быстро, очень легко увидят улучшение предоставляемых услуг, как широкополосного интернета, так и голосовой связи.
Адчуть плюсы новой технологии уже зараз могут абоненты А1. Якость мобильной связи прикметно полепшится у сотнях населенных пунктов по всей Украине. Большинство их у Витебской области. По новой технологии тут будут подключены 57 базовых станций. Это позволит обеспечить упевненный прием сигналу и доступ до высокохуткостного мобильного интернета. Инна Кириенкова, новини Витебск. У неделю 25 снежня католики усяго свету отзначаются одно из самых головных церковных святов – Роство Христова. С его надыходом верники на ноу переживают радостную подею – народжение Божьего Сына. Святу попередничая адвент – час навертания сердца и духовного чакання. А завершая его вигилийная вечера, на якую по традиции собирается разом вся семья. С надыходом калядов у католиков начинается час самых теплых встреч и щир размов. Так Божия присутность открывает сердце людей и допомагая у одновлении зносин с ближними, отзначил у калядном веншаванні бископ Витебской диацезии Олег Буткевич. Сын Божий докладно ведая все наши проблемы, ведая наш боль, наши ожидания и прагнення, и мая моц все это вырашить. Однако, чекая, что мы ему поверим, жадаю вам, дорогие брати и сестры, у этой великой Божьей мудрости, поклониться якой приходили навод мудрецы с усходу. Жадаю вам отчуть эту безмежную Божью любовь, с якою он примая каждого человека в этом свете, як твое маленькое дитя у Бетлеемских яслях. Жадаю вам супокою, радости и так долго чеканого и потребного сегодня у свете миру. Нехай з'явлення в этом свете Божьего дитяти напомнить ваше сердце с упокоем и радостью. Ближе до полночи 24 снежня у храмах в области пройдут урочистые набоженства. Телерадиокомпания «Витебск» будет вести прямую трансляцию святой имши пастырки на свято Божьего народжения с Витебской катедры Иисуса Милосердного. Початок трансляции на телеканале «Витебск» и «Беларусь-4» Витебск у субботу в 21 годину. Повтор трансляции можно убачить у неделю 25 снежня на телеканале «Беларусь-4» Витебск у 7 годин и на телеканале «Витебск» 9 годин раницы. Премьеру спектакля «Алина на фабрице новогоднего чаровництва» представить у Витебской областной филармонии. Новогоднюю каску «Мюзикл» покажут у выходные 24 и 25 снежня. Глядачи постановки выучить при допомозе фей фабрику чаровництва, где новые творчести смогут познакомиться с работниками свету присмаков. Режиссер спектакля отзначила, что история нагадает глядачам об добрыни и открытости для всего свету. Для детей это, как всегда, волшебная сказка. Это сказка, которая несет добро, которая учит, может быть, где-то самоотверженности, где-то поменьше обращать внимание на свои потребности и капризы, а больше думать о других. И тогда обязательно случится чудо, как это произошло в нашей сказке с обыкновенной девочкой Алиной. Добрая и чаровная каска наполнена энергичными танцами и песнями, а сюжет постановки придется по душе как детям, так и дорослым. До інших тем. С потеплением пришла небезпека. В Витебской области уже 3 дни слупки термометров показывают температуру выше за 0. Областная организация ратования на воде попереджвая. Аматорам зимовой рыбалки треба почакать с любимым занятком. Выходить на лед небезпечно, и он недостатково трывалы. До речи, во всех районах Витебской области уведена заборона выходу на водоемы. Такое решение приняли мясцовые улады по рекомендации областной организации ратавання на воде. С початку зимового сезона на территории Павнучного региона у воде загинули 5 человек. 7 удалось выратовать. Супрацовники областной организации ратавання на воде разом с ратовниками узмацняют контроль. Яны патрулюют небеспечные участки водоемов и попереджвают рыбаков.
Зимовая каска. У Витебску прошел традиционный открытый городский турнир по спортивной акробатике. Спаборництвы собрали больше за 150 гимнастов из Новополоцка и областного центра. Шанец проявить себе отримали спортсмены в возрасте от 6 до 17 годов. А пошний старт сезона стал своеособливым подведением выников навучального года и постановкой задач на будущий спаборницкий цикл. Специалисты отзначили неблагие выступления юных атлетов. Лето упевненная программы лидеров сборной Витебской области. Дети выступают хорошо, конечно, многие волнуются. Для некоторых малышей это первые старты. В целом, в общем, неплохо. Мы ездили в октябре на Кубок Петра в Санкт-Петербурге. Вот. Там выступили хорошо, все получилось. После этого мы поехали в Барановичи в ноябре, в начале ноября. Вот. Там тоже хорошо выступили. Ну и в конце ноября, начале декабря поехали в Минск, там заняли первое место. Мы выступаем по программе кандидатов в мастера спорта. В этих соревнованиях мы делали новый элемент, спичак. Все получилось. В Минске у нас тоже все получалось. В целом программа уже отточенная. Будем готовить что-то новое, что-то более сложное. У наступном годе представников спортивной акробатики чекают выступления на городском, областном и республиканском уровне. Многие гимнасты мкнутся ускладнить свои программы выступлений, как повысить спортивные разряды. Важные и самые интересные новости из жизни Витебской области доступны в интернете. Особные сюжеты и целые выпуски новин, актуальные и популярные проекты телерадиокомпании «Витебск» можно найти на официальном сайте vtv.by. Заходьте и подписывайтесь на наш YouTube-канал, долучайтесь до нас в социальных сетках и мессенджерах. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюсь. До встречи. Синоптики поведомляють, у ближайшие сутки по области воблачно, днем с прояснениями, ночью и раницей часом опадки, днем месцами невеликие опадки, мокрый снег и дождь, месцами на дорогах гололедица, ветер переменных напрямков 3-8 метров за секунду, температура поветра на протягу суток минус 3, плюс 2. У Витебску воблачно, днем с прояснениями, ночью и раницей часом опадки, мокрый снег и дождь, днем без істотных опадков, местами на дорогах гололедица, ветер переменных напрямков 3-8 метров за секунду, температура по ветру у ночи минус 1 плюс 1, днем 0 плюс 2.